Всем привет, с вами Дмитрий Луценко и проект Ferrum.com. Неделю назад у нас на канале стартовал розыгрыш Yumi Iron Pro. Неделя прошла, пришло время определить нашего победителя. Для того, чтобы определить победителя, мы будем использовать сервис random.org. Это самый простой способ добыть произвольное число в заданном диапазоне. Вот перед нами список победителей наших. Он состоит из 1037 позиций, то есть 1036 человек приняло участие. Это достаточно много. Не все анкеты, как мы можем увидеть, заполнены правильно, но тем не менее будем надеяться, что счастливчик наш окажется грамотным человеком и он все сделал хорошо. Значит, у нас мы будем проводить поиск произвольного числа в диапазоне от 2 до 1037. 2. 1037. Нажимаем «Загенерировать». 870. Номер 870. Номер 870 – это у нас Алексей Винюков. Проверяем условия выполнения конкурса. Значит, они у нас заключались в том, что человек должен был подписаться на социальную сеть какую-либо, одну из трех на выбор. В нашем случае человек, как мы видим, выбрал Twitter и подписаться на наш канал. И в форму, результаты которые мы видим в этой таблице, написать адреса своих социальных сетей YouTube и одну из трех. Давайте проверим выполнение условий. Для начала перейдем на Twitter человека. Вот, как мы видим, он поделился нашей записью. И подписан ли он на нас? Да, на Ferrum.com он подписан. И проверяем подписку на YouTube. Да, он подписался на наш канал на YouTube. Ну что ж, поздравляем нашего счастливчика. В ближайшее время мы свяжемся с победителем для уточнения адреса доставки. Если вы хотите, чтобы на канале было больше розыгрышей, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!